Комиссия по финансовым услугам Гибралтара включит правила для ICO в свою нормативную базу. Вступить в силу она должна в январе 2018 года. Комиссия говорит о том, что на сегодняшний день отрасль ICO требует регулировки государством. Помимо этого, она сообщила, что токены представляют собой ценные бумаги, а значит, государство будет стремиться их регулировать, цитирует bitcoin.com. Отметим, что правительство Гибралтара принимает шаги по разработке разрешительных правил в отношении криптовалюты с 2016 года.